Привет, ребят. Ну, сами все видите. Да, я снова на охоте, и это Северновгородчина. Как и в прошлом году, я приехал в эти прекрасные края, в эту потрясающую девственную природу южной тайги для охоты на селезни с подсадной уточкой, с подсадными уточками. Кстати, теми самыми, о которых подробнейшим образом рассказывал Серега, заводчик профессиональных подсадных. Фильм этот, эти материалы выложу по ссылочке в описании, обязательно посмотрите. Идет дождь, да, но на этот раз по сравнению с прошлым годом Новгородчина нас встретила теплой погодой весенней. Заметьте, на полях уже практически, не то что практически, а вообще нет снега. Мы на Заимке остановились. И вот сегодня первый день, вышли, вот такая прекрасная природа, вышли поохотиться на вальшнапа. Вот здесь я еще пока не открылся, но сами видите, погода нас как бы немножко встретила. Но дождик этот, он то идет, то прекращается. Но там даже какие-то я вижу просветы. Ну, для охотника дождь не помеха. Поэтому сегодня подождем. Здесь выбрал такое местечко. Вот там идет уже лес, массив. И вылетая с массива, птица будет искать примерно вот такие проплешинки. Березнячок вот такой вот в поисках самочки, сидящий где-то вот по земле. Время у нас уже с вами половина восьмого. То есть здесь, как правило, ну, во-первых, уже конец апреля, темнеет позже. И начнет он где-то тянуть, наверное, часам к 8 вечера, вот так вот посмотрим. А пока мы шли сюда с Олежкой вот от грунтовки, мы увидели тетеревов. Ребят сидели по деревьям, и вот где-то примерно вот в том секторе они чуфыкали. Да, вот собственно где-то здесь недалеко мы нашли и помет тетеревиный, такой он луночный, но тем не менее где-то, ну сейчас наверное я уже не найду немножко, вот он, вот видите как много. Вот тетерева. Так что и тетерева здесь есть. И они где-то вот в том секторе бормочут, чуфыкают даже. В общем, ребята, это просто красота. Ну, лось здесь традиционно. Угодье очень богатое, конечно. Вот первые где-то уже. Вот они вот-вот пошли на сатики. Ребята, охотимся. Хоть и под дождиком, но посмотрим, что сегодня будет. Не пуха нам. Первые выстрелы пошли. Значит, тяга началась. И я так подозреваю, что мы попали именно на... Попадем с нормальной охотой на вальшнапа. Будет прям валовый пролет. Ну, может, не сегодня, завтра. Так что дней у нас еще в запасе много. И на селезни, естественно, с подсадной мы с вами прекрасно поохотимся. Ну все, ни пуха нам, ни пера. Угу. Пошло дело. И сюда пока не идет. Как поет, да, лес прямо? Всеми вообще голосами птицы переговариваются, какие-то у них там дела между собой. В общем, просыпается природа. Настоящая весна. Вот она. Вот она, ребят. И уже так подстемнело, время уже за 8. Но пока нет, где-то вот эти выстрелы, ну, я не знаю, возможно, на селезне, что ли, они сидят. Вот. А вот это уже, скорее всего, вальшнап. Но здесь-то он не тянет. И там, да, это тяга. Но сюда на сатик не идет.
Наверное, сюда позже на открытые пойдет. Они там где-то в лесистой местности. Там, наверное, тоже полянки, но... Да что ж такое-то? Утка, утка, пара идет. Ой, две пошли, пара. Летит и еще и крякает. Ничего себе, прям Я забыл пауэрбанк, и у меня батарейка села на этой налобной камере, поэтому, ну, то есть она не села, она еще какое-то время, конечно, поснимает, но факт в том, что сегодня съемка будет вот на большую камеру, и не знаю, как, что из этого получится, посмотрим, ну, хотя бы какие-то выстрелы постараюсь вам показать, если они будут, если он вообще пойдет и будет тянуть, я очень надеюсь, что мы попадем на валовый пролет здесь, потому что, ну, судя по погоде, вот это прям вот уже трясогузки здесь я видел, все, то есть вот он здесь должен пойти, где-то бормочет тетерева, даже чуфыкают где-то вот сейчас, даже вечером, да что говорить, здесь вон везде их таковой помет находится, вот прямо здесь на поляне, их тут куча, да я не знаю, 10-12, прям такое тетеревиное место. Нагнало облаков, может, пойдет дождик. Первый выстрел. Ух ты, первые три выстрела. Где-то ближе туда, вообще туда, к грейдеру. Вот он живет. Есть. Ребята, вот так вот. Вообще первый, я только камеру поставил. И поставил я ее, естественно, не в ту сторону, которую нужно было. Ну, вот так вот я забыл налобную. Но хоть было видно, я надеюсь, на подствольную. Вот он еще немножко подранил. Ну, сейчас его доберем. Ну, первый носатик здесь.
Вот это красота. Вот это охота. Ну надо же. Прям я не успел камеру поставить. Не успел. Я не успел даже камеру еще поставить. Уже пошло. Пойду я сейчас. Ну вот, ребята, трофей сегодняшней вечерки. Два вот таких красавца. Причем вот где-то вот у этого, у него оперение. Ну это сейчас, конечно, не видно все под светом фонаря. Олег, у него оперение отличается. Да, Олежка пришел, а вот... Ну вот, ну здесь-то понятно, ну не видно сейчас будет, но оно у него ярче почему-то. Я не знаю, ну как-то может быть, хотя... В общем, вот так вот я сейчас встану. Я не знаю, насколько тут это вот нас будет видно. О! Вот так вот сегодня, ребята, я без этой налобной камеры. Ну хотя бы что-то, наверное, там было видно, понятно или непонятно. В общем, вот такая охота получилась. Я считаю, крайне удачная. Хотя норма по этому региону 5, да? Ну, у нас 2, так что мы по-нашему. Вот. В общем, все. Сегодня вот так. Завтра на удочку, да. Большущей удачи с полем. И увидимся, не прощаемся. Все продолжается. Прощаюсь я сегодня, ребят, с этими угодьями. По водоплавающей я уже закрылся и считаю, кто не смотрел, обязательно посмотрите эту серию моих охот. Они интересные, они действительно интересные, потому что там, ну, есть некоторые моменты касаемо подсадных и охоты с ними, что немаловажно для всех, кто весной охотится с подсадными утками. Посмотрите, любопытные наблюдения. Да и охота, я считаю, удачная. И вот сегодня крайний день уже здесь, по Вальшнепу. Но вот эти морозы, о которых я говорил, вот в охоте на селезня, они, конечно, морозы, заморозки такие, внесли свою коррективу. И только сегодня вот давление устаканилось. Так, сейчас вот немножечко морозно. Ну, я думаю, градусов 5, наверное, с плюсом. Вот, и движение птиц сегодня весь день уже такое. Утки летают тройки, парами, поодиночке. Скоро будет уже селезни прямо хорошо, но я уже отсюда уезжаю. И вот
Я не знаю, как это повлияло. Ну, наверное, повлияло на нашего носатика. Не знаю, пойдет он сегодня вообще или нет. Потому что по боровой это уже крайний день фактически получается. И по закрытию, то есть, ну, не знаю, здесь такое место интересное. Вот такая полянка. То есть птица летит вот оттуда, там граница леса. Коридор такой идет. Вот сюда вылетает. И фактически... фактически оказывается вот на этой полянке. Причем полянка, ребят, ну я уже показывал, когда вот камеру забыл вот эту вам, посмотрите, да, это продукты жизнедеятельности, то есть экскременты тетерева. Причем это таковые экскременты, вот они с такими как бы плюшечками, они здесь повсюду, просто повсюду, здесь. То есть вот это место таковое, да и где-то они, где-то сейчас вот бормочат, я даже отсюда слышу, уже начали опять бормотать, потому что, ну, вы сами видели, вот когда я охотился на селезня с подсадными, это просто вообще, то есть накрывал снег, фактически просто вот пелена снега накрывала, дождь, град, все здесь как обычно, то есть край довольно суровый, поэтому вот... И весной погода здесь такая изменчивая. Тем не менее, сегодня просто прекрасный день, ясно. Солнышко уже заходит примерно 8:30. Ну, темнеет сейчас уже значительно позже. Поэтому я думаю, ну вот скоро он должен, по идее, пойти первый. Выстрелов пока не слышал. Да, в общем-то, и вот крайние несколько дней мало стреляли. Я не ходил специально, я как раз-таки охотился с подсадными, поэтому даже на вечерке вот, пробовал разные варианты, экспериментировал, так скажем, в разных местах, поэтому на вальшнепы не ходил, да и погода была просто вообще, то есть это там ночью заморозки до -3, а вот сейчас красота, ребят. Ну что ж, будем смотреть, да, как получится, в общем, место просто чудесное, я считаю. Где-то даже вот оттуда там чуфыкают они. То есть... Но это вечер, это вечер. Вечер это такой ток условный. А вот с утра, наверное, здесь, конечно. Вот бы здесь было вот такое количество тетеревов, да, достаточно такой хороший ток, чтобы охотиться на них. Потому что по этике, конечно, от 5 штук можно охотиться. Но все равно это очень мало. Ну... Возможно, может быть, в следующий раз, даст Бог, я запримечу. Тут вот, причем, смотрите, вот эти елочки, сосенки, ну, елочки вот эти, да, где-то сосенку тут я видел, вот. Тут зацепиться-то вот на этом пятаке вариантов полно, чтобы поставить скрадок. А для того, чтобы понаблюдать, да вон в те, вот в тот ельник засел аккурат часа в 3-4, в 4 утра и ждешь их. И просто наблюдаешь. Ну ладно, тетерева подождут. Эта охота у меня еще будет. И не один раз. Тоже моя любимая весенняя охота. Вот. А сейчас ждем нашу тягу. Нашего носатика. Здесь хорошо. Я добывал. Я двух добыл. Вот как раз когда вот эту вот камеру я и забыл. Пью чай. Дышу воздухом. И прощаюсь с угодьями. С этими прекрасными угодьями, девственной этой природой. Потрясающе, конечно. Не хочется уезжать, но что поделать. Вот такая вот весна. Облака так стелятся, интересно прям. Вообще, как вот, как будто кисть художника, ребят. Просто пейзажи такие. Вот каждый раз любуешься, каждый раз эти закаты разные. Это просто непередаваемое ощущение, конечно. Морозный такой воздух, все-таки вот чувствуется
Дуновение северного ветра прямо ощущается. Ну, пока. Время-то уже, я думаю, к 9 туда. Ну, может, половина 9. Ну, пока тишина вообще, и выстрелов-то нету. Как бы вообще это уже тяга не закончилась. Хотя нет, тянуть-то он будет просто. В каком количестве, да, это ж уже не валовый пролет, видимо. Да и мороз этот по заморозке притормозили, конечно, птицу. Вот он идет где-то. Ой, далеко как пошел. Вон он наш. Вон пошел, да. Аж вот там за березами прошел. Может, сейчас кругаля сюда сделает. О! Да, только слышал. Сюда пока не выходит. Но он на открытую будет позже выходить. Ой, далеко как пошел. Ой, даже стрелять-то нет смысла. Опять вот там, на полянку сюда не выходит. Ой, ребята, он аж... Да, что-то они как-то один за березами прошел, этот вот за теми. Ну, далеко, там метров 80, может. Стрелять-то смысла нет. Сюда не вышел. Ну, ладно, подождем, может, в штык налетит или как-то оттуда. Но оттуда вряд ли. Вот он. Есть. Ух, далеко-то как упал, ё-моё. Еще не дай бог подранок. Это прям как-то дробь странно прошла. Ух ты, он упал так далеко. Ну как далеко-то. Да, вот он. Ну-ну-ну-ну-ну. Я знаю, да, зацепило прям. Зацепило прям немножко. Все-все-все-все-все. Стоп. Так, все на месте. Ну, давайте смотреть. Вот он мой крайний насадик этого сезона. Я, ребята, сезон закончил. Вот такой трофей. Замечательное завершение просто этой весны, этого весеннего охотничьего сезона. Я считаю, что охота состоялась, она удалась. Я получил массу удовольствия, опыта, опять же, потому что каждый раз, несмотря на то, что из года в год мы охотимся, выбираемся в годе, все равно охота каждый раз... Открываешь что-то новое для себя, особенно в охоте с подсадными утками. Ну, здесь, конечно, огромная благодарность Сереге за то, что дает, он профи своего дела, он дает правильные советы, вот, как-то подсказывает, как чего лучше сделать. В общем, Серег, если смотришь, спасибо тебе большое. В общем, ребята, я что вам хочу сказать, выбирайтесь почаще, вот, на природу. Это охота, это настоящее такое мужское, да я даже знаю, что и женское хобби, да, у нас даже в коллективе девочка есть, Маша тоже, если смотришь, привет тебе большой, вот, надеюсь, удачно у тебя тоже сложилось, жаль, что не пересеклись вот на селезне. Прощаюсь я, ребята, с этими вот елочками, вот с этой замечательной полянкой и да, уже с заходящим туда за горизонт солнышком. В общем, что касается тяги, она была такой, ну, насыщенной, да, назовем так, но непродолжительной, минут 40. В общей сложности я насчитал 6 вальшнапов, 6 штук где-то, но один вот этот вот он, они все были не на выстреле, в принципе.
И лишь один вот этот вот, ну, четко вышел на меня. Причем первым я почему-то смазал, хотя шел вроде в штык, в лоб. Ну, бывает такое. На это есть всегда второй патрон. Вот он и был добыт. Замечательный трофей и замечательное завершение сезона. Я с вами не прощаюсь, потому что у меня на лето, в период не сезона охоты, у меня запланированы материалы, там, касаемо разных тем, в том числе, я знаю, вы любите армейские всякие секреты, хитрости. Ну, об этом тоже расскажу, поделюсь опытом, что знаю. Поэтому мы с вами не прощаемся. Вот, я желаю вам всем, без исключения, охотник вы или просто любите природу, как и я, созерцаете, созидаете. Большущей вам удачи. Спасибо, что смотрели эти мои приключения. Ну и пока не прощаемся, пока увидимся, ребят. Вот такая вот красота. Все, не вот туда, вот туда, 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 туда. Там дальше грунтовка, которая проходит через урочище. И все это выходит на грейдер. Разряжаемся и собираемся.